Мужик увидел надпись на дверях женского монастыря. Секс с молодыми монашками 500 УЕ. Постучал. Открыла прелестная монашка. Приняла деньги и говорит: «Я пока приготовлюсь, а вы пройдите, пожалуйста, по коридору в последнюю дверь направо». Мужик быстро прошмыгнул в указанную дверь, открыл и снова попал на улицу. Дверь за ним закрылась. Обернулся и видит на двери табличку: «Сегодня вас поимела сестра Мария».